Всем привет! Как дела? Давайте сегодня поговорим об окружающей среде и узнаем, как называются различные вещи. Вселенная. Интересно, мы одни во Вселенной? Луна. Луна – спутник Земли. Планета. Планеты движутся по орбите. Звезда. Звезды светят ночью. Солнце. Солнце желтое. Небо. Небо голубое. Облако. Облака плывут по небу. Земля. Как планета. Земля. Как почва. Наша планета. Земля. Материк или континент. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктида – это материки. Страна. Страна – это отдельное государство. Остров. Остров окружен водой. Город. В городе много домов. Поселок. Поселок – это небольшой городок. Деревня. В деревне немного жителей. Океан. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый – это океаны. Море. Черное и Средиземное – это моря. Озеро. Байкал и Мичиган – это озера. Река. Енисей и Ганг – это реки. Пруд. В пруду водятся караси. Болото. Болото может вас засосать. Лужа. По лужам бегают дети. Природа. Природа – это все живое. Лес. В лесу живут дикие звери. Степь. В степи обычно ветер. Гора. Альпинисты идут в гору. Равнина. На равнине построили деревню. Тундра. В тундре живут олени. Поле. Скот
пасется на поле. Пустыня. В пустыне песок. Холм. На холме стоит дом. Берег. На берегу моря пляж. Долина. Долина окружена горами. Луг. На лугу растет трава. Побережье. Побережье океана обычно песчаное. Животное. Животные бывают дикие и домашние. Рептилия. Рептилии могут быть опасны. Птица. Птицы умеют летать. Насекомое. Насекомые просыпаются летом. Растение. Растение – это то, что растет из земли. Дерево. На деревьях растут листья. Куст. Кусты невысокие. Трава. Трава зеленая. Цветок. Цветы имеют различную окраску. Воздух. Мы дышим воздухом. Вода. Мы пьем воду. Огонь. С огнем нужно быть осторожным. А пока все. Всем спасибо и удачи!